Привет, друзья! Вы снова на канале Ремонтник ТВ. И сегодня у меня мотоблок под названием Кентавр. Шестисильный дизельный мотоблок. Он идет в модификации здесь без электростартера, но они бывают разные. Есть с электростартером, есть без электростартера. Все ссылки на этот мотоблок я брошу внизу, в описании будут. Можете посмотреть там все его технические характеристики и прочее. А сегодня я буду что проверять? Я проверю уровень масла в картере, проверю уровень масла в коробке передач. Также залью масло. Воздушный фильтр, он здесь идет действительно хороший, масляный. Сколько сюда масла покажу, какие должны быть зазоры клапанов. И немного выгуляю мотоблок. Потому что он, ну, пока только заводился в магазине, купил знакомый и просит, чтобы я ввел в эксплуатацию, проверил, все ли хорошо. И также здесь есть приколы со сцеплением, как оно включается, как работать с передачами, я все покажу и расскажу. Итак, начали. Когда установил мотоблок, я идеально горизонтально, чтобы двигатель принял вот так идеально горизонталь и вот так. И сейчас откручиваю масляную пробку. И я посмотрю, сколько здесь масла, нужно ли доливать, потому что масло здесь заправлено уже производителем. И оно здесь есть как и в двигателе, так и в коробке. А, вытекает. Так. Многовато масла. И пока масло вот так симпатично стекает, я скажу, сколько здесь должно быть масла. Это шестисильный дизельный движок. Здесь 1,6 литра в картере должно быть, если мы будем заливать. Периодичность его замены. Здесь сейчас будет обкатка 25 часов. И после 25 часов заменить масло. И, естественно, проверить масляный фильтр. Об этом я снимал видеоролик. Конечно, 9-сильный агрегат у меня был, и я там все показывал. Естественно, будет ссылка в описании. Ну и после 25 часов мы меняем это обкаточное масло, как и в редукторе, так и в двигателе. Естественно, стоит заменить также в воздушном фильтре. Позже я покажу, сколько туда залить. Но сейчас вот у нас уже уровень, я закручиваю. Какое масло сюда применять? Если мы применяем полусинтетику, мы можем, конечно, выкатывать на нем 80-100 моточасов до замены на полусинтетике. Если мы сюда заливаем минералку, мы можем до 50 часов и также делать замену. Но какое масло? Это 10W40. Ну, я вот сверкну канистрой, покажу, какое я часто использую. Это недорогое масло Lotus 10W40. Даже полусинтетика для дизелей написано. Но это не паленка, это а-ля Польша. Так пишут. Но я его испытывал, и оно довольно-таки неплохо служит. Дальше, друзья, перейдем к коробке передач. Сколько здесь масла? По паспорту здесь 2,5 литра. И какое масло? Я всегда рекомендую ТАТ-17. Обычное трансмиссионное. Так, по щупу я вижу, что здесь, конечно, уровень налили неплохо. Ну, 2,5 я предпочитаю в такие коробки. Все видели мой прошлый видеоролик, там о мотоблоке я рекомендовал 2 литра масла. Но здесь 2,5 по паспорту, наверное, столько из завода идет и налито. После обкатки я, конечно, выдержу, наверное, все-таки уровень в 2 литра. Здесь 2,5, по щупу даже видно, что здесь немного многовато будет. Вот метка, да, и масло уже за максимальный уровень. Вот, наверное, все-таки 2 будет достаточно. Тем более с коробки оно никогда, практически никогда, никуда не девается. Если, конечно, не текут сальники вала. Также помимо уровня здесь нужно сделать вот такую манипуляцию. Здесь сапун коробки передач и наклейка. Наклеечку можно удалить, чтобы коробка могла дышать. И также, друзья, перейдем к клапанам. Здесь нужно открутить два болтика с шляпкой на 10. И что я хочу увидеть? Здесь шестисильный движок. Я хочу увидеть на впуске и на выпуске 0,15 и 0,15. Должны быть клапана одинаково отрегулированы по 15 соток. Дальше, друзья, мы видим прокладку.
Вот два рокера, два клапана, они засухарены. Все здесь очень хорошо и отлично сделано. Видим, впускной клапан зажимается и выпускной будет прослаблен. Вот так. Да, и проверим, сколько выпускной. Так, беру здесь 20 соток. Так, немного туговато входит. Так, беру 15 соток. Вот здесь четенькие, такие, четко пятнашка. Соток, опять же, вот пятнашка заходит просто идеально, а двадцатка туго входит, вот, и невозможно пропихнуть. То есть уяснили, здесь оба клапана по 15 соток. Если будет 9-сильный движок, там будет четко по 20 соток. В таком типе движка они оба по спецификации всегда одинаково. Вот поменьше движки, которые до 7 сил, это будет 0,15, больше это будет 0,20. Это в дизеле. Дальше я могу показать, как работает декомпрессор. Вот этот рычаг, как вы видите, смещен центр, и он нажимает выпускной клапан. Когда он нажат, клапан, естественно, его подпирает, и он будет зафиксирован в вот такой позиции. Когда клапан уходит вниз, он отщелкивается. То есть вот так все работает. Я здесь протер посадку. Беру тоже вот так протер прокладку, чтобы здесь не было пыли. Вы, конечно, увидели там пыль какую-то, то все. Возможно, где-то на складе. Или там при транспортировке туда пыль может, конечно, нападать. Аккуратно ставлю и фиксирую все болтами. Но перед тем, как выгулять мотоблок, нужно заправить масло в воздушный фильтр. А здесь масло ровно 70 грамм нужно, поэтому я поставил вот такой стаканчик. Да, кто многие узнал, здесь 75 грамм. Снимаем три защелки, отщелкиваем, снимаем фильтр. Вот так вытягиваем отсюда элемент. И вот в эту ванну ровно 70 грамм. Устанавливаем элемент и защелкиваем все обратно. Здесь также есть, вот покажу, поролон. Это многоступенчатый такой фильтр. Сначала задерживает масло вот этот проволочный фильтр, дальше идет поролоновый. Хочу еще показать, как устроен входной тракт воздушного фильтра. Здесь не просто отверстие или дырка, кто скажет. Здесь такой маленький циклон даже. Видите, вот отсюда попадает воздух и проходит через вот такую крыльчатку. Это дополнительно задерживает пыль, всякие цветочки, пчел задерживает. Можно вот снять, просто промыть и поставить обратно. И, друзья, также, чтобы выгулять, нужно, естественно, запустить аппарат. Дизельный аппарат, это вам не бензиновый аппарат, и он запускается немного по-другому. Многие знают, многие не знают, но я показываю всем, кто смотрит это первый раз. Итак, дизель. Ставится сначала газ на
полную или в среднюю позицию. Ну, я предпочитаю выше средней ставить. Вот, раз. Тянем за ручку ручного стартера. До упора. Есть упор, сразу обратно возвращаем. Зажимаем декомпрессор. Дальше мы все должны делать так, как будто кому-то вырываем жабра. И желательно за ручку стартера держаться двумя руками. Здесь хотя 6 лошадок, но запускается приблизительно 6-9, абсолютно одинаково, если нет электрического стартера. Беремся двумя руками, нога делает упор или в колесо, или в раму, и вырываем жабра. И также, друзья, немного о сцеплении. Здесь оно сделано инверсно. То есть сейчас оно выключено, да? И когда мы включаем сцепление, мы должны зажать вот эту ручку и начинать движение. Изначально, чтобы запустить, мы ставим в нейтраль. Это средняя позиция. Вот здесь будет первая передача. А вот здесь вторая. Изначально мы запускаем на нейтрале, включаем передачу и уже потом только зажимаем сцепление и начинаем движение. Вот так. Я привык немного наоборот делать. Передача в нейтрале, запустили, выжали сцепление, включили передачу и плавно отпускаем сцепление, начинаем движение. Здесь же постоянно сцепление держим, и тогда есть движение. Пустили сцепление, движения нет. Это все сделано для безопасности, и вариант как с машиной здесь не прокатывает. Также, друзья, я собрал фрезы. Как их собирать, конечно, я покажу, но, наверное, в следующем видеоролике. Пока мотоблок на обкатке, 25 часов нужно человеку выкатать, а дальше он придет ко мне. Попробуем, как работает моя сборка фрез. И также, друзья, в следующем видеоролике об этом мотоблоке я буду ставить датчик наработки, магнитный датчик наработки моточасов. И также он будет скорость вращения показывать, количество оборотов на холостом, на высоком, там без разницы. И еще третий параметр, который будет в этом датчике, это температура. В том предыдущем, который я ставил, многие уже знают, там два параметра, да, а здесь будет до кучи еще температура показывать. Можно присобачить этот датчик куда угодно, можно масло измерять, а можно и цилиндр, поиграться можно по-разному. И чтобы не пропустить это видео, естественно, жмите колокольчик, также ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А пока всем удачи.